А это у меня вишнево-черемуха-банановое удовольствие. Ну, такой вот смузик, в общем. Вишня из морозилки, без косточки замороженная была у меня, горстка вишни, черемуховая мука немного, ну, столовая ложка, допустим, черемуховой муки, банан, бананий такой спеленький, прекрасненький, сладенький, и водички чуть-чуть. Вот здесь у меня березовый сок, стакан где-то, можно теплой воды, еще лучше даже теплая водичка. Взбить хорошо, секунд 30 взбить, легко взбивается легко и очень вкусно получается. Здесь куча полезных веществ в черемухе. Кислинка приятная такая, специфический вкус. Это магний у нас, бананчик. Сладость дает. Вишня дает кислинку. Хорошо усваивается с кислинкой все. Ну, как бы лучше переваривание пищи улучшается, все дела. И вот такая вкусняшка получается. В общем, выпиваешь с утра. И хорошо, витамин С, магний и так далее.